У «Вечного огня» собрались представители городской администрации, Совета ветеранов и других общественных организаций. Участники локальных войн, студенты, школьники и простые анапчане. Все, кому не безразлично прошлое, настоящее и будущее родного города. Особое внимание я бы хотел уделить тому, что в настоящее время, как никогда, в нашем городе отмечается самая лучшая работа, именно посвященная патриотической работе и воспитанию молодежи. Это мы знаем не просто по книжкам, это мы сами делаем эту работу. Благодаря старшему поколению, благодаря нашим наставникам, те, которые сегодня рядом с нами стоят, герои Афганистана, герои Великой Отечественной войны, герои Чечни, которые в локальных войнах проявили себя самым необычайным способом, то, что отстояли честь и независимость нашей Родины. После минуты молчания и троекратного залпа были возложены венки от имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, главы Анапы Сергея Сергеева и представителей казачьего районного общества. Также цветы возложили и все участники митинга. Торжественный старт месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы дан. В течение ближайших недель в его рамках в Анапе пройдут уроки мужества, круглые столы, экскурсии и походы по местам боевой службы, а также военно-спортивные соревнования. Уже в конце этой недели состоится встреча поколений. 27 числа состоится встреча блокадников Ленинграда с молодежью, которая пройдет на базе центральной библиотеки. И будет встреча также нашей анапской молодежи, анапского юноармейского отряда с молодежью на всероссийском форуме «Я патриот России», в который пройдет у нас в СМИ. 2017 год ознаменован важным событием для Кубани. В этом году Краснодар край отмечает свой 80-летний юбилей. В рамках этого знаменательного события проходит краевая поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани». Ее цель – возвращение забытых имен земляков, посвятивших себя служению нашего края. Славные имена анапчан, ныне живущих и безвременно ушедших героев, также войдут в историю Кубани. В завершении митинга состоялся автопробег по всем памятным местам боевой славы Анапского района.